Кроссовки мужские на шнуровке по цене 990 рублей. 74-181 это номер лота. И я, глядя на эти вот кроссовки, даже кедами хочется их назвать, понимаю, что это действительно мои кроссовки. И я вот для себя выбираю для повседневной жизни, потому что, ну, вот сразу чувствуются не такие мягкие, комфортные. Я знаю, почему ты выбираешь. Потому что если мы с тобой будем говорить о стиле, то здесь все-таки не просматривается четко спортивный стиль. Очень часто обувь, кроссовки на такой подошве называют сникерсы. И то сник, то есть подойти вообще бесшумно. То есть как раз в этих кроссовках и есть вот эта самая характерная особенная подошва. Во-первых, она равнозначная по высоте. А вот те сантиметры, которые есть в пяточной части, они равняются сантиметрам, которые есть на носочной части. Да? Они действительно классные и универсальные в плане сочетаемости одежды, потому что они не требуют только спортивного костюма. Посмотрите, как классно смотрится с брюками, которые на Юре. И, кстати, это цвет хаки, а это натуральный цвет, поэтому он классно сочетается с цветами натуральными, природными. С цветом песка, с цветом травы, с цветом воды. Поэтому достаточно знать просто вот такую элементарную подсказку для того, чтобы сочетать с разными элементами вашего гардероба. Вот сейчас вот лето, пойти прогуляться в парк, прокатиться на велосипеде. Кто-то выбирает для себя для дачи такие вот кроссовки. Скажем, пройти прогуляться за грибами или просто так вот где-нибудь по набережной в момент отпуска. Мне, конечно, очень нравится то, что в данном случае здесь есть и шнуровка, которую можно подзатянуть, эти кроссовки под конкретный размер и полноту ноги. Но с другой стороны, я вот, например, фиксирую так специальные шнурочки и могу ходить действительно вот как кеды, как тапочки. Ну и потом цвет. Цвет, который действительно, как ты правильно говоришь, он подходит к абсолютно всему. Будь то спортивный костюм, будь то действительно джинсы и просто сверху пиджачок. Вот так, например, у нас режиссер нашего телеканала ходит в таких вот кедах. И опять-таки контрастная подошва смотрится очень и очень стильно. Да, причем эта подошва, она не только красиво выглядит, безусловно, да, за счет вот этой контрастности, но еще эта подошва обладает антискользящим эффектом. Как вы понимаете, здесь есть вот на ходовой поверхности подошвы вот такие вот, ну, я бы сказала, даже ячейки. Они, кстати, выполняют функцию микроприсосок. То есть благодаря вот этим ячейкам происходит надежное сцепление подошвы с поверхностью. Во-первых, и сам материал в основе имеет каучук. Как ты понимаешь, это тоже материал надежный, эластичный и действительно обеспечивает плотное сцепление изделий с поверхностью. Но и к тому же вот именно такое конструктивное решение этой подошвы, которая имеет вот такие вот элементы, которые мы называем ячейки или микроприсоски. Я так понимаю, что это достаточно износостойкий материал. Да. Они не будут стираться в первые там 2-3-4 недели. Точно сезон продержится, а то и 2, и 3. Ну а посмотрите, у нас было 50 пар, и вот уже остается 45. Насколько все-таки популярно это предложение. В чем ходит ваш сын? В чем ходит ваш муж, ваш папа, ваш дедушка? Вот в чем он будет ходить этим летом? Может быть, вот такие вот кеды, такие вот кроссовки. Если честно, вот, ну, я бы вот в таких вот кроссовках ходил в кедах куда угодно. Вот у меня были кеды. Я их купил, по-моему, 1000 за 7, что ли. И ходил в них 3 года благополучно, пока уже подошва не стерлась окончательно. И если честно, как альтернативу, я теперь не хочу покупать кеды за 8000 рублей. Вот за 990 рублей те самые кеды, которые на контрастной белой подошке смотрятся, ну, даже лучше, чем вот кеды от именитых таких вот брендов. Ведь зачем переплачивать за бренд, когда есть телеканал? Зачем вот переплачивать, когда есть телеканал Дисконт ТВ? Ну и еще одна очень важная информация. У нас размер на линейку от 40 до 45, но 41 размер закончился. Его больше нету, поэтому спешите сделать заказ уже прямо сейчас. Цена 990 рублей. И вот есть 45 размер в ограничении, но ведь 45 размер это очень редкий даже для мужской обуви размер. Юра, а вот как ты для себя размер выбираешь? Вот смотрите, у меня 43 классический, может быть 43,5 в зависимости от того, какая моделька. Здесь бы, конечно, я рекомендовал брать на размер побольше. Да, то есть мне 43-м чуть-чуть тесновато, самую малость, поэтому здесь, наверное, я бы посмотрел еще 44 для себя. Но я с тобой соглашусь, действительно подтвержу и скажу, что это обувь маломерки, поэтому выбирайте для себя на размерчик побольше. Но вот я, кстати, поддержу Юрину мысль, он говорил о том, что это действительно своего рода является альтернативой кедам. Дело в том, что кеды, они имеют вот такую характерную особенность, да, такой носочек здесь резиновый, но не всем мужчинам нравится, вернее, многим мужчинам нравится, но понимают, что в такой обуви они не пойдут, например, на работу. В данном случае эта обувь и эти кроссовки, они подходят и для работы тоже.
тоже. Я вам скажу, даже для каких-то учреждений, где позволяет дресс-код именно такое, такую обувь, такой творческие модели. Творческие профессии, да? Студенты. Я даже знаю, что, например, некоторые бухгалтера и люди, которые ходят действительно в какие-то серьезные государственные учреждения, они пользуются общественным транспортом. Угу. Что делают люди? Они надевают кроссовки, пока бегут на работу, бегут вот в таких вот кедах, подходят к офисному учреждению, понимают, что там уже здравствуйте, мы готовы вас принять на работу, переобуваются и уже по офису ходят в той обуви, которая, соответственно, положена, как говорится, протоколом. Но на улице это совершенно другой человек. Вот, пожалуйста, для уличных таких вот многочасовых прогулок, да и, в принципе, для комфортного образа жизни, вот такие вот кроссовки. Да, я тебе, кстати, Юра, хочу сказать, что ты выглядишь вообще безупречно и очень спасибо. Гармонично, да? Вот. Спасибо, в том образе, в котором мы тебя видим. Мне вообще очень нравятся эти кеды, потому что они имеют шнуровку. Я считаю, что такая обувь для перфекционистов, для людей, которые любят, когда все идеально. Поэтому эту шнуровку вы сможете ослабить и посадить это изделие по своей ноге. Возможно, у вас высокий подъем, а у мужчин, так же, как и у женщин, бывает высокий подъем. Поэтому благодаря этой шнуровке вы сможете отрегулировать зону шнуровки. Если низкий подъем, то, соответственно, также регулируйте. Далее, посмотрите, у нас с вами в боковых частях этого изделия присутствуют сквозные отверстия. Перфорация. Или перфорация по-другому. Это очень прекрасно, потому что при ходьбе туда будет поступать свежий поток воздуха и, соответственно, обдувать вашу ножку. А значит, нога будет вентилироваться и не будут возникать какие-то неприятные заболевания вашей ноги. Там какие-то грибковые, к примеру, заболевания. И надо сказать, что это изделие, кстати, можно носить как и с носком, так и без носков. Ой, это, кстати, очень удобно. Сейчас вот мужчины все-таки перестают носить носочки и, наверное, делают очень правильно, в зависимости от стиля или того места, где вы будете прогуливаться. 990 рублей. Кроссовки мужские на шнуровке. В чем ваш мужчина будет ходить этим летом? Я думаю, что мы этот вопрос сейчас для вас решили.